Бесплатные продуктовые наборы развозят волонтеры. Сахар, крупу, консервы и другие продукты длительного хранения неравнодушные жители Ханты-Мансийска покупают и оставляют в специальных боксах, которые есть в гипермаркетах. А добровольцы, в свою очередь, доставляют пакеты по адресам. С начала года таким образом помощь получили почти 100 семей. Сюжет Алены Корж. Здравствуйте. Здравствуйте. Волонтеры дали еду. Вот, очень приятно. Вам продукты. Крупы, макароны, консервы, сахар. Волонтеры вручают продуктовые наборы жителям Ханты-Мансийска, тем, которые особенно нуждаются в них. Сегодня это инвалиды по зрению. Для них обычный выход из дома – испытание. А в период пандемии особенно. Спасибо большое, да, спасибо, что вот как бы впервые и вспомнили, что есть такие люди, которые нуждаются. И волонтеры помогают мне. Мне было приятно сегодня получить подарок. В Югре в период пандемии проходит благотворительная акция «Дари еду». Жители города покупают и оставляют продукты питания в специальных боксах, в гипермаркетах, после чего доставляют многодетным семьям, матерям-одиночкам и людям с инвалидностью. Этот набор первой необходимости будет для вас полезен. Большое вам спасибо. Как раз на самоизоляции находимся, так это самое. Здесь температура 37,2, так я и нос не показываю на улице. Я всегда считала, что людям нужно помогать. Я не знаю, мне кажется, мир от этого станет добрее и лучше. Потому что если ты видишь рядом с тобой человек, которому точно нужна помощь, и тебе этого ничего не стоит, то есть сходить в магазин, поговорить с бабушкой старенькой, или видишь многодетные у тебя, которым ты можешь, не знаю, какие-то сладости купить или что-то такое. Мне кажется, это так просто, но кому-то от этого будет светлее и теплее. Помочь можно отдельными видами продуктов, купив, например, крупу или сахар, и полноценным набором. Главное, чтобы еда была длительного хранения в целой фабричной упаковке. Как правило, боксы в гипермаркетах наполняются в течение 2 недель. На этот раз собрали 35 килограммов. Сейчас, в это время, когда нельзя никакие, ну никуда, и они теперь не ходят, конечно, все по домам сидят, очень трудно. И вот наша помощь, вот эта и помощь волонтеров, соответственно, и помощь жителей нашего города, как бы спасибо и жителям нашего города. В первую очередь это при помощи их создаются вот эти, собираются эти продуктовые наборы. И они доходят действительно до адресата. За 9 месяцев волонтеры в Ханты-Мансийске собрали около 950 килограммов продуктов. Их получили 94 семьи. Алена Корж, Александр Шимолин. Вести Югорье, Ханты-Мансийск.